Ребят, всем привет! Жека Херсон, Жека Спаум, The Forest, версия 003. Привет всем, да, ребят. Как вы помните, в предыдущем видео мы рассказали, какие были изменения в этой версии. Да. Что улучшили. Давай проверим рюкзак, там писали, что в рюкзаке все остается. Все осталось, смотри. Да. Ну, это вообще замечательная новость. Великолепная просто. Ну и продолжим строить. Смотри, какой глюк. О, видите? Почему-то... Что случилось? Размазался. Поломалось. Шагометр размазал. Может, разрядился? Может, ты ударил его в камень, когда прыгал? Может, там... я об кого-то ударил его? Может, ты укусили за ногу? И он в кармане был, возле левого яйца. Да. Все может быть. Так. Еды надо набрать. Еды надо жестко набрать. Ребят, как вы помните, построили тут мини-лагеречек. И не хватает очень жесткой еды. Где наш топор? Кстати, заметь, что мы до сих пор не были в пещере. А вот грибы. Мы вообще-то стараемся. Ты все всякие подряд грибы не ел. Да? А они вообще не вставляют даже. Не вставляют. Да. Ну, а не поплыло все. У меня. У тебя? Потому что ты нюхал керосин, наверное. Наверное, только из-за этого. Так, ребят, в комментариях кто пишет, огромное спасибо. Попробуем. Саня написал, Александр ТН постоянно пишет. Я тебе говорю, это один из наших постоянных зрителей и комментаторов комментирует и подсказывает нам. Опробуем. Так, Жек, что насчет эти этих? Можно есть. Такое ощущение, что нельзя. Вообще, может просто... Так, давай запомним. А, есть же значок, зачем запоминать? Да, так вот, Саня написал. Стой, оно слевее там. А это какие-то вообще белые. Да это были всегда нормальные. Не. С красными листочками были вредные. Вот черненькие с красными. Такое ощущение, что это тут не так. Надо найти. Надо животное. Барана найти, или да. Рыбу. Или хоть что-то. Что-нибудь точно надо. Хотя. Кстати, ты же знаешь, что. В принципе, люди могут прыгать со скалы. Нет, Жек, я в прошлом видео на это не подписался, в этом точно не подпишусь. Прыгай со скалы сам, братан. Да я прыгал-то, вот хотел. Оно и видно, проверить, оно по тебе и видно. Как Форест прыгнет. Форест Гамп? Да. Не, беги, Форест. Кстати, мы его как-то назвали или нет? Олега? А чё Олег? Ну, а почему и нет? А чё не Форест? Давай его Саня назовем, Александр Тен. Ну давай. Он, а он пишет постоянно в комментариях. Да здрасте, обидится. Мы его кормим, да. Защищаем, на что обижаться. Типа наш тамагочи? Не, не наш тамагочи. Ну мы ж кормим его. Все-таки на. О, кстати, вот это же было. Было. Что прошло. Можно рассмотреть водоросли внизу там. Такие водоросли. Ну. Хоть такие, кораллы. У меня под мышками волосы и то длиннее, чем здесь. Это никто не спорит. Да, еще написали, попросили построить дом. Плавучий дом, да. Плавучий дом, сами разработчики нам предупреждают. Лично, он очень глючит. Ну, не лично, но он всех предупредили, что глючит очень. Все так. Шоколадками подкрепились. Поэтому я даже не Женя. Знаю, стоит ли его строить. Ну посмотрим. Посмотрим в любом случае. На корму. Где корма? Вот корма, вот. Под ней же пистолет вроде был где-то, когда прыгаешь. Нырять нельзя, да? Ну вот я Ctrl жму, он вот максимально. У него плохо со зрением под водой. Он, у него вообще плохо все в жизни. Я понял. Наверное, когда упал, ударился головой. Ух ты, рыбки, смотри, золотые рыбки, поплыли к ним. Давай, давай, плыви, плыви, копье взял. Ух, я видел скриншот один, жесткий вообще, про акул. На носе, оказывается, Жека, не на корме. Говорили, корма, помнишь, писали еще в видео, что на корме. На там... носу, на нет, носе. На корме. А еще написали шип-симулятор тебе, помнишь, что написали? Что там написали? Говно плавает, а корабли ходят. Да ничего себе. Да. Ну это... Известная морская поговорка. Я тоже, когда был в первом рейсе... Извини, перебью. Может, попробуем черепаху? Опять? Ну, не опять. Ну, ты попробуй. Ну, давай.
по-моему. Ну и же вот, вот. Ты, скорее всего, просто вот не, смотри. Не завалил. Как я ее не завалил? Вот как завалил, только наоборот. Вон она лежит, ты рад? Это ты когда разлаживаешь тряпку. Вот так-то. Вот. Смотри сзади эти золотые рыбки. Золотые рыбки сейчас покоцают золотые яйки. Так, набираем. Да, очень изменили. Что с рукой? А что с рукой? Вроде помылся, должно быть все нормально. Изменили сильно. Кстати, яхта на том же месте. Сказали, что рандомно будет появляться. Может, нам повезло. Ты думаешь? Так что ты там недорассказал по поводу рейса? Чего? А, в первом рейсе. Прихожу я такой молодой, 21 год был. С Херсона парень такой. И там уже такие. Повар, пятый рейс. Я был, кстати, помощником кока. Не повара, а кока. Посуду мыл. Ну да, да. Противни там со склада принести вино мы мутили. Все дела. Да не садитесь, он вам будет плохо. Так собирай чайки, ежи, наверное, можно пожарить. Да нельзя. Не собирается. И это фигня не. Ладно. Вечно меня перебиваешь, я не могу дорассказать. Да, да, действительно. И прихожу я там, тра-ля-ля, знакомство туда-сюда. И начинается. А кто типа, ты будешь? Не, начинается. Я ему то. Ты откуда? Я там с Херсона, там. Кто у вас в каюте? Там кок с Одессы, я говорю. И бармен такой. По пояс он мне был. Я был высокий, молодой, красивый. Паренек голубоглазый. Правильно, ты был. Был, да. Сейчас старый, высокий, голубоглазый. Но все равно красивый еще. 100%. По крайней мере, так мама говорит, Женя. Может, мама может тебе еще сказать. Ладно, шутки шутками. Сначала обиделся одессит на то, что я сказал Одесса. Типа, как там у вас в Одессе он? Не в Одессе, а в Одессе. Да. Еще раз скажешь, такой стоит мне вот так, ну он мне чуть-чуть по грудь там был, маленький такой. Говорит, еще раз скажешь слово Одесса, я тебя ударю. А я ему так спокойно, еще раз скажешь, что ты меня ударишь, я тебя сейчас возьму и выкину за борт. И все, мы больше с ним не ссорились. Вот эти, по-моему, ягоды можно есть. Да что его сегодня тулит от всех ягод? Так извините второй раз. И потом, да, типа я подхожу к коку и говорю, куда мы сегодня плывем? Он говорит, плавает говно. Вот синие можно есть. Только синие. Так ты не только белые, что ел синие. Не белые. Это что, белые? Не. А синие. Так, что мы набрали? 3 шоколадки. Пистолет. Пистолет, пару бутылок, 11 тканей набрали. А магнитофончик-то? Давай, Жек, для тебя. Понеслась. Ай-яй-яй, сейчас для вас Жека зачитает рэп о своей жизни на улицах Херсона. Давай. Раз, два, три, мазафака. Раз, два, три, на Жеку посмотри, самый читающий рэпер в мире. Кто не знает твою мать, что происходит. Выключай давай свою шарманку, привлекай внимание. А не подскажешь, как выключить? Кликай на нем еще раз, и как выключал, так же выключай. Видишь, это новые... Варан! Где? Да, есть такое чудо. Ты-то мне и нужен. Так, сейчас постараемся до наступления темноты поохотиться, потому что, как вы видите, после патча, ребят, очень быстро, очень... Вход в пещеру? Ну нет, нема желания. Так вот, давай его застроим. Тем более днем. Давай застроим, чтобы они не выходили из пещеры. Да, да, это было прикольно. Я думаю, ну, они ты с лагерей выходят. Ничего страшного, застроим. О, рыба, входа. рыба. Будем сейчас охотиться, Жек. Рыба? Рыба по-любому. А вот маг, собирай эти. У тебя там огород же есть, надо есть, его засеять, да. Чем-то. Это у меня плантации там. А вон рыбка. Здесь. А ты видишь тут еще, как мы уже неоднократно говорили, копье. Слабое копье. Много набирай рыбы. Угу.
Не камни, Жека, рыба. Рыба! Вот-вот-вот. То жаба, вот жаба. Ловили в детстве жабу вообще? Сложно сказать сейчас. Сложно про сказать. Про то, что было в детстве. Твою мать, как всегда. Жаб не помню, что ловили. Да. Ну что с рыбой делать? Вот-вот-вот. Да ты еще, блин, похлопай барабан. Так тихо надо подкрадаться. По барабане. Хлопание в барабане называется барабанить. Ну, я придумал. Да мне по барабану вообще. А палка обычная, стандартная. Давай достроим, чтобы был вход один уже в лагерь. Давай, и сделаем защиту нормальную. И костер перед этим поставим, перед дверью, пусть заходят. Пусть заходят и подпаливаются. Может, и нас пронесет, и мы не будем... Пронесет от ягод нас. В пещере появляться. Хотя там пистолет... Ну, если мы уже на корабле взяли, то нам, по принципу... Вот какие-то ягоды. Ты заметил вообще... еда заканчивается очень быстро. Очень быстро. Прям вы чё гоните? Это прям супер нововведение. Мало того, что хотят нас сожрать. Так еще и жрать нечего. Хоть бы покормили перед тем, как жрать. Варанчика, может, поищи еще одного. Одного, я чувствую, на ночь не хватит. Мы ж рыбу наловили. Да что там, две рыбы? Чё ты хочешь со своей рукой? Одиноко ему. Ему одиноко? Как же так? Это жесть постоянно. А вот еще. Ой, тихо, лагерь! Уходи давай отсюда. Я близко не подхожу. Помнишь в прошлых видео, точно не скажу в каком, в таком озере лодочка была? Помнишь? Ну типа да, да, было сейчас дело. Сейчас нету. Нырнул? Да. Сейчас тебе сверху копьем. Чах, как рыбу, знаешь? Да, может и такое. Идем строить, что ты идешь туда? Я хотел с Легенса рыбки набрать еще. Рыбки набрать. Джек, ну ты видишь, что голодный? Или ты не видишь, что голодный? Сникерсы у тебя есть. Сникерсы? Жуй сникерс. Да он съел половинку. Да, странно. Добавила вообще... Еда начала очень мало добавлять и очень хотя, постоянно хочет жрать. С другой стороны, это ж выживание. Ну да, типа, нате, выживайте, а то вы сильно расслабились. Да, там насобирали себе. Можно пару огородов построить, чтобы, понял, засадить там ягодами. И ягоды малины. И хавать их постоянно. Дождь, что ли, пошел? Мне. Схема. Вообще зараз туда такие. Да. Надеюсь, это любит нас не пещер. Ну вообще игра с каждым патчем все красивее. Да, тут. И красивее, и красивее. Что сильно темно. Да, надо уже спешить. Ну, я считаю, мы удачно сходили с тобой. Удачно, если переживем ночь. Ты думаешь? Может и такое быть? Чтоб пережить ночь, нам надо достроиться сейчас, срочно. Вот, вот, и я бы это, не костер распалить. Листочки, вчера, кстати, у нас закончились листочки, не было что подбрасывать в костер, помнишь? Угу, угу. Засей огород. Так, Жак, секунду, я знаю, что хотел попробовать, мы ж не пробовали еще. Держатель для палок. Ну, чтобы было куда кинуть палку ему. Ну, давай. Так, у нас что тут, держатель для бревен? А вот здесь, возле скамеечки, будет держатель для палок.
легче. Держатель для палок не работает еще, господа. Да. Как и скамейка, собственно. Да. Сесть нельзя. Ну, прогресс есть. Да. Через 20... Через 19 дней, да. Будет еще один прогресс. Добавят, начнется работа. Я думаю, они сейчас вообще кайфуют. Допустим, смотри. А, кстати, Саня написал, как там это самое. Делай так, чтобы... чтоб дерево упало. Правильно. Короче, бьем. А теперь вот так. Оно на голову падает. Ложи, чтоб недавно не улетели. Так ты лежал, хорошо. Угу. Вообще темнеет. Костер тухнет. Ну, ночка будет веселая, я чувствую. Так, не нагоняй тут. А чё нагонять? Ты сам видишь. Дождь пошел. Я и так очкую, ты еще и нагоняешь. Давай лучше забор тут поставим. Чем тут поставим? Поставим. Ну вот здесь поставим, ну, просто. Дождь, оно сейчас... Ничего, мы подпали. Ты собрался шрубить деревья, правильно? В темноте, что ли? Я обращусь тогда в профсоюз лесорубов и начну жаловаться, что ты меня заставляешь ночью рубить деревья. Ничего себе. Да. Рядом подпали тогда уже. Да, и может... Саня Тен посоветовал, говорит, значит, бьешь дерево. Ну, он говорит, у меня дедушка так в лесу, в тайге рубил. Потом становишься напротив того места, куда хочешь, чтоб упало дерево, дорубываешь его и толкаешь, и оно падает туда. Как-то вот так он, я так, если я правильно понял тебя, Саня. Так, ну видишь, заготовил бревна. Как думаешь, когда придут? Уже идут. Гости дорогие. Уже идут. Гости дорогие. Заборы, заборы. Да, исчезла куда-то присоединялка. Как это называется? Ну, забор друг другу ставишь, и оно так автоматически хорошо соединяется. Фиксируется, да. Уже поправ. Уже... Я вымазался, чтобы меня не было видно, как в фильме «Хищник». Я думаю, мне поможет ракетница. Да, это очень даже хорошо поможет. Ты не засеял, а уже могло бы что-то вырезать. Еды вообще ноль. Да не гони. Давай-давай, быстрее. Вообще не горит. Что с костром? Какую-то надо крышу делать и костер под крышей, понял? Да. Да, а чё надо? Из-за того, что дождь, ты думаешь? А зачем вообще? Может, не горит? Намок и не горит. Помнишь, было там что-то? Писали про то, что когда... Может, ты... листьев нет? Может, коктейль молотов, если ты намочишь, то он потом не горит. Может, ты на костер тоже такое сделал? Может, когда мы последний раз испугались, чуть-чуть на это самое намочили? Шлиганца намочили. Может и такое. Костер, мы же там возле костра пугались, стояли. Да, замерзаешь. Замерзаю я. Так, он пробурил. Вообще ничего не вижу. Вот это ночь.
Да. Смотрите, решили. Ой-ой-ой. Так, давайте вот без этого. Зато теперь не, зато теперь никто не замерзает, да? Да харе! Харе обгорать. Нету листьев, да? Да я не пойму. What's going on, как говорится, что происходит. Ладно. Где же папа? Я знаю, что он где-то рядом. Может сказать, что им тут не рады? А ты сможешь на их языке сказать? Вася. Я тут не понял. Чего нам не будет? Давай, давай. Не, я не шучу. Там он. Везде. А ну, Даш, посмотри. Хотя, подожди, уже рассвет может. Да не, да, уже солнце, значит, это лучи. Лучи, да. Пробиваюсь и через лес. Так, а что с костром, я не понял. Пойду-ка я. Жестко темно. Вообще нормальные люди спят. Даже каннибалы, правильно? 100%. Нажрались и должны спать. 100%. Васю-то они уже доели по-любому. Васю доели. Им надо ты. Не надо. А вообще-то огород бы посадили там. Ты засеял огород? Да. Давай еще один сделаем, чтобы больше людей было. Ой-ой-ой. Куда ты? Нет! Нет! Неудачи. Так, светает, да, Женю? О! А вот, смотри! Палочки-то сложились. Да. А мы наговаривали тут. Работает, оказывается. Извиняйся. Это, разработчики, извините, все работает. А ну что, ест? Что ты за будяк посадил? Куриц будем. Хм. Окей. И. Ну вот именно и. И что? Че ты сделай пару коктейльчиков, пока есть возможность. И ты правильно заметил. Вообще ничего не дает. Ничего не дает. Ну хоть коктейль не выпадает с рук, как тогда, помнишь? Да, подправили нормально. По-моему, чересчур. Прям уж чересчур. Перестарались. А что ж с листьями? Или просто не хочет распаливаться из-за того, что дождь? Как ты думаешь? Я думаю, из-за дождя что-нибудь. А им можно вообще эту игру делать... Бесконечно. Довести до ума, смотри. Постоянно добавляйте какие-то предметы. Все уже на острове, все изведали, везде до... побывали. Сделайте еще остров. Правильно? А плот. Есть же рядом остров. Плот есть. Кстати, по-моему, на плот залезть не нужно. Ну, вроде бы да. Мы посмотрим, мы узнаем. Мы проверим. Олег, по-моему, если я не ошибаюсь, кто там в комментариях писал. Ребята, сделайте, пожалуйста, плавучий дом. Ты уже об этом говорил, я же напомню еще раз. Говорят, очень плавучий дом, поэтому... попробуем, наверное, попробуем. Ну и проверим заодно. Вон пришли друзья твои. И ты голодный уже. Пожрать немножко. Давай сразу. Суть до дела.
Че ты пришел сюда? Смотри, блядь, слева или справа кто-то зайдет. Так, есть желающие? Я Клинт Иствуд, мать вашу, черномазые ублюдки. Я не думаю, что он так говорил индейцам. Ну мало. Ну мало ли, да. Жека говорит, Жека прав, ну мало ли. Не исключено же. Не вижу. А зачем ты так будешь? Я думал, ты уже до конца. Не, этого... Я буду расширять свой дом. Чего? Да просто сделать замкнутое пространство пока, а потом уже там расширять как хочешь. А то все равно заходить не есть откуда. Да? Конечно. Тогда смысл делать замкнутое пространство? Чтобы заход у них был только через двери. Ты зашел и их встречаешь возле дверей. По одному они толпа, там то слева, то справа забегает и тебя валит. И еды у тебя вообще. Я думаю, это сгорел просто-напросто. Я вот не могу понять, звук вот этот дождь идет еще или не идет. Или это у него капает? Я не знаю. С глаз. С глаз капает. Хочешь новый костер? Новый костер надо по-любому, потому как... Ты помнишь, как мы в прошлом кидали с тобой? А можно... Сейчас проверим. Продублируем. Так, не хватает палок пару. Пару камней. Два камня не хватает. Шейк. Палок много, видишь, Валя? Угу, с палками проблем нету. Уже тогда сделали держатели для камней. Я не пойму, зачем их делать, если можно... Во. Так, что у нас тут? Спиной сзади может подойти кто угодно. Ну это как-то неправильно сзади подходить к людям. Почему же неправильно? А ну слезь, возьми палку. Что ты, да, пытаешься? Ищи варана нового, потому что сейчас опять есть захочешь. А рыба у нас? А рыба, а да, ну может рыба мало дает, варан это все-таки побольше будет, чем дает. Так. Смотри, так. Можно потом над забором сделать крышу вот именно там? Нет, 100% нет. Над забором крыша не делается. Крыши вообще похуй. Так бы можно было огонек наш на крышах, он не мог, да, и хотел постоянно, так бы у нас уже в доме был. Или дому тут поставь, подожди, вот тут дом поставь. Да не, это будет у нас такой бездомный лагерь. Мы его расширим, Жек. Я уже даже придумал как. Да, это хорошо. Угу. Сейчас проверим, из-за чего так тратится-то еда. Наверное, когда работаю. Или когда нет выносливости, он начинает жестко голодать. Как ты считаешь? Рацион по одному варану в день, если. Во-первых, еще найти надо этих баранов. Да. Баранов. Баранов. Давай, наверное, забор достроишь и продолжим в следующем видео. Давай. Ну вот как делать видео по Форесту, если тут только разошелся, только вошел во вкус, а у тебя уже полчаса прошло. Ну и я, если честно, я люблю смотреть видео на Ютубе такие по 30, по 40 минут. Не люблю, когда там 4 минуты. Только пришел домой,
Только насыпал себе там борща, пельменей. Только устроился, включаешь видео, только начинаешь есть, подошел к чесночку, к мясу. Раз видео закончилось, и приходится. Что? Костер разгорелся, конечно, не закончился. Или лисям набрали нормально. Давай туда. Вон там еще пару стенок. Начинается. Типа что? Где достроиться? Давай тогда вот здесь еще. Вот так, чтобы да, пройти было. А вот, смотри, Женек. О, появилось. Странно, а чего только что-то ставил? Не знаю. Не знаю, Жек, не знаю. Вот такие нюансы еще все-таки остались, да? Да. А может надо как-то там, ты не, ну как, не подошел на нужную. Может надо, знаешь как? Расстояние. Я думаю, надо, чтобы два забора было недостроено. У нас же только что, а, я же соединял, да, к недостроенному забору. Ой, куда ж там оно упадет? Пока дерево. Здесь там бобры меня, наверное, благодарят от души. Давай не бомбу, ты еще назад потом не заберешь. Я... Накаркай, давай. Че накар? Ты сам лезешь, я каркаю или что? Значит, точно надо, чтобы беленькие были. То есть, да, ты как бы их намечаешь, и они как-то состыковываются. Да, да. Скорее так всего. Так что ты третий не наметил? Сейчас проверим это с тобой. Давай, давай, давай. Тебе надо было с этой, с левой стороны вставать, чтобы он туда падал. Ага. Окей, попробуем сейчас. Может, ты вправду... Каждый день дождь. Блин, нам бы тогда. Нет, не надо. Ну почему не надо? Чтобы росло отлично. Жек, твои волосы на голове уже не вырастут, как не поливай. Да не, ровно так, чтобы оно как бы свисало. О, вот так вот. Да не, ну не видишь, так. Е. Ну давай. Вот, во, отлично, смотри. Ты через забор ходишь? Я не через забор. Я не через забор, я между забором. Смотри, опять еду трести. И полдня не прошло. Выносливости действительно у тебя нет, и смотри. По-моему, даже с каждым ударом уменьшается. Это твой любимый момент в игре, я уверен. Надеюсь, он не пролезет через ту маленькую щель, которую ты оставил. А он будет так лезть, а мы топором его. Хрясь! Саня все-таки правильно подсказал, да? Да, получается так. Сань, спасибо за подсказку тебе. Ну, в этот раз они как-то нас не сильно щемят, да? Может, чуть-чуть их пофиксили, типа,
начали жаловаться, что сильно гасят. Всего 5 осталось. Это ж там лежит, по-моему, 4 штуки. Разве мы не использовали? Использовали. Я имею в виду внизу. На столе вот там. Да что такое? Сейчас по-любому. Да ну тебе. Чё-то нема желания вообще его. Рисковать жизнью ради... Здравствуйте, женщина. Не-не-не, я занят. Куда ты идешь? Трое. Пистолет бери быстрее, бегут уже. На дерево залезли. Куда ты, малая? Они все на дерево залезли. А ну стреляй, будем сразу загореться. Да он не стреляет вверх, походу. Слезут. Пошел. Прямо в лицо, по-моему, стрельнул. Еще один должен быть, этого за тебя уже, наверное. Слазь! Вась, слазь! Я знаю, что они начали лазить на деревья. Потому что забор мы с тобой-то... Вообще жесть. Ты что, не можешь костер нормально подпалить? Палишь руки себе, но... Деревья надо вырубить вокруг, чтобы они не спрыгнули. Бляха. Зачем ты стреляешь? Тратишь машину. Сказали флайера бесконечно. Да, конечно. Вот и я тоже. Слазь, я сказал! Надо его рубить. Жека, давай! Сука, слазь по-хорошему! Не рубит, кстати. Жек, он сейчас прыгнет. Ладно. Да, руби лучше деревья, которые возле забора, чтобы они не залазили, потом вдруг не запрыгнули в ландыш. Жек, мы голодные и... Прыгнет и жаришь. Что это у меня с ником в стиме ядерная колбаса? Жесть. Я вам клянусь, я не знаю. Ну, чтоб назваться, еще и в Counter-Strike играет. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, одно бревно. Слазь, Винни-Пух! Карлсон. Карлсон. Тарзан, слазь. Жек, я тут такое распланировал. Расскажешь нам в следующем видео. Слазь, я тебе сказал. Ну, сучара, не хочешь слазить? Не стреляет, да, вверх? Не стреляет, Джек, не стреляй. Не будем тогда тратить. Ребят, ну давайте на этом остановимся и узнаем в следующем видео, что Джека распланировал. Как видите, мы построили забор, и теперь к нам в лагерь можно попасть только через вот эту дверь, якобы. Правильно? Ну вот да. Сейчас он, видишь, впереди еще появился. Вижу, но что я могу сделать? Так что давай, сохраняйся и продолжим в следующем видео. Да, ребят, спасибо всем, кто смотрел вторую часть The Forest, версия у нас 003. Увидимся в следующем видео. Всем пока. Пока.